Меня зовут Алла. Мы из города Бахмута. С семьей мы проживали с 24 февраля до сентября месяца. Мы проживали в городе Бахмуте. В сентябре мы выехали под обстрелами. Мужа ранило. Нас вывезли военные. В городе Константиновке проживали, пока муж в больнице лежал. После того мы выехали в Светловодск. Младшей дочери 14 лет. Старшая, так война распределилась, что она в другом городе находится, ей 22 года. Мы живем на съемной квартире. Мы просим о помощи. Мы никогда не просили, но так случилось, что мы просим о помощи, о любой помощи. Мужу на лечение надо. Ну, нам не хватает на питание. Ну, на любой помощи. Узнали, что у нас дом полностью разбит, нам некуда возвращаться. Мы не знаем, что делать нам, как поступить в этой ситуации. Но я думаю, все наладится, будет мирное небо над головой. Все у нас будет хорошо. Слава Украине!